Поздравительная в честь наших молодых. На каждую буковку нужно придумать слово. Любое слово, поздравительное, ласкательное, все относится, ну, к свадьбе туда, к нашим молодым. Что у нас за организация? ЗИЛ, помните, раньше зовут? Девушка, встаем. Не забываем, встаем, обращаемся к нашим молодым и на каждую буковку говорим. Здоровье, искренности, любви. Как прекрасно! Здоровье, искренности, любви. Нежная Анастасия, твоя опора. Еще раз. Нежная Анастасия, твоя опора. Вот так вот, нежная Анастасия, твоя опора. Карточку возвращаем. Поворачиваемся картинкой. Анастасия. Вот так вот романтического. Чего там? Перелета на Мальдивы. Хорошо, вы готовы, да? Гэс, поздравить наших молодых. Голубкам эксклюзивные сказки. Голубкам эксклюзивные сказки. Вот это здорово придумано. Давайте карточку. Так, красавица. Кто там? Оба сия. Огромного большого счастья. Ем обоим. Отлично. Очень серьезно. Сейчас поздравят гудочники. Горы удачи, веселья, добра. Отлично. Горы удачи, веселья, добра. Вы готовы? БТИ, да, очень противная организация. Но держите. Богатство и тепла. Богатство и тепла. Отлично. Поздравляем великолепных, обаятельных. Обаятельный, хорошо. Готовы? Азелка. Анастасия знает любви класс, да, это очень прекрасно. Вы МС или кто? ТСУ, выходи поздравить, да? Дорогие мои, я так вам родить, семью вам улучшить. Вот так вот рисую. Где так вам родить семью улучшить? ВМС. Все мировые сокровища в ваших ногах. Вот так вот. Все мировые сокровища в ваших ногах. Молодым ногам все сокровища, кто у нас тут? Что там на МИД? Министерство иностранных дел. Мамочки идеальных детей. Что, мамочка? Да, очень классно. Мамочки идеальных детей. СТС, телевизионный канал, хочет поздравить вас. Счастье творите сегодня. Ночью. Вечером, когда угодно. ФСБ готовы поздравить. Вот это, да, вот это дела. Так, девочка, в стороночку. Фантастического семейного богатства. Я понял. ФСБ поздравляет фантастического семейного богатства. Вы, у вас что? Организация? МВД, там ГУВД, тут МВД. Молодость и веселье добра. Молодость и веселье добра, хорошо. Российские железные дороги поздравляют наших невест с женихом. Радуйтесь жизни вдвоем. Отлично. Очень прекрасно, удобно. Артем, готов? ЖКХ, наконец-то вот вышел от ЖКХ, да, жилищно-коммунальное хозяйство. Ну-ка, Артем, поздравь. Желаем увидеть Капу, да. Ого, сколько у вас тут много собралось картины, да? Вы, наверное, тут на туринге сидите, да? Ну что, получается, не получается? Мы сейчас раздадим девчонкам. Конечно, я вам конфет займу, да. Ну ничего, они быстро закончатся. Вот еще девочки не отвечали. Опыта, радости и терпения. Опыта, радости и терпения. Вы готовы? ПМК. Поздравляю молодых креативов. Поздравляю молодых креативов. Настю. ПМК поздравляет вас. Так, готовы, да, давай, ран. Атмосферного брачка. О, как здорово! Райского атмосферного брачка. Так, что у нас тут? ГИК,
Отлично. Великолепного главного иностранного курорта. Вот она придумает. Вообще такие пожелания при вам отсюда. Действительно, просто здорово. Готовы все, да? А за ЕС последний, наверное, поздравлялка. А за счастье надо выпить. А за счастье нужно выпить. Еще карточка, СС, да, остался. СС вас поздравляет с самого эффективного счастья. Два сердца так стучат отныне, союз крепили два кольца. Теперь по жизненной пучине пойдете вдвоем вот до конца. Желаю вам большого счастья, чтобы всегда была весна. Чтоб никогда не знать ни Настя, и были б чистыми сердца. Бокалы выше поднимаем, любви и счастья вам желаем, Настя и Володя! Мы желаем счастья вам, все друзья наши, все гости! Володя! Yeah.
слова. Кто последний придумает, получит сладкий приз сразу в виде 5 конфет. Спасибо! Нет, нет, на А. А. Ангел. Наша Настя ангел. Какие варианты на А еще есть? Активный наш Настя. Анка принимает, что принимается. Амбициозный, кто сказал? Молодец, красавица. Дальше на А. Аккуратная. Аккуратная. А. Офигенная. Активная. Был активный. Дальше. Окупительный тоже замечательно. Азартный, молодец. Дальше. Обаятельная. Обаятельная. Озорная. Артистичная была. Дальше. Правовка тоже будет. Было офигительное. Тоже было. Офигенная не было. Кто сказал офигенная? Так, вы по вас троица, да? Вы, наверное, сестры, а это ваша племянница. Не, не племянница, а дождь, ваша дочь, понятно, за это петля. Ладно. Обалденная петлю принимается. Охрененная. Охрененная, по-моему, уже была у тебя. Какая? Обворожительная. Нет, обворожительная. Так, девочки. Адекватный не было, да. Кто нам сказал, вот это красавица, да? Адекватная. Аккуратная. Как? Аккуратная. Ты сама по себе аккуратная? Да, ну конечно. Ну, приз заслужил, сейчас все три конфетки принесу, даже пять. Выберем, давай, 5 штук. Так, теперь нашего жениха, да, зовут Володя. Правильно, или Вова? Владимир. Владимир. Так, великолепный, восхитительный, дальше. Веселый. Волшебный, веселый. Верный. Верный, надежный, да. Вечный. Это, наверное, твои сестры. Великолепный, восхитительный, еще такой. Вулканический. Вундеркинд. Вообще. Вообще тоже понимаю. Волшебный. Волонтер. Высокий. Но это ни к чему. Восхитительный, кто нам сказал. Сказали, вот здесь попрошу. Какой? Я понимаю. Попрошучий. Попрошучий наш жених. Так, дальше на В, что можно еще на В? Военный. Военный? Да, военный. Важный принимается, важный. Влюбчивый. Какой? Влюбчивый принимается. Восхитительный был. Винтажный не был. Какие варианты? Раз, винтажный. Два. Взрывной, Володь, ты такой взрывной. Внушающий. Что ты там внушил по всему? Так, всемогущий, раз. Всемогущий, выносливый, раз. Выносливый, два. Подождите, давайте по очереди. Болевой. Возбуждающий. Кого возбуждающий-то? Жену возбуждающий. Отлично. Ну, Володя, про Настю, чтоб не сказано, что про Володю-то. Всемогущий, пиздесосущий. А, пиздесущий. Нет, расслышал. Ладно, пиздесущий, раз, пиздесущий, два. Волнующий. Какой? Волнующий. Волнующий. Великодушный. Великодушный, раз. Выдержанный. Какой? Выдержанный. Вежливый, раз. Верный? Ты был верный? Верный? Блин, я не пойму, кто он надежный, кто такой теперь уже верный? А у нас такой сказочный, да? Непостоянный. Настюк зачем замуж выходила? Кто на него там? Петь ему, да? Он непостоянный. Они от мамы
Ветрены. Мы, да? Ветрены. Раз. Ветрены. Два. Ветрены. Три. Да, наконец-то. Анастасия, следующая буковка Н. Какая она? Надежная. Я тебя обхвалю. Нежная. Раз. Нежная. Два. Несравненная. Какая? Натуральная. Синос. Натуральная. Несравненная. Несравненная. Раз. Ненаглядная. Раз. Необыкновенная. Необыкновенная. Тоже один раз. Наилучший. Кто? Итак, наилучшая. Незабываемая. Незабываемый жених, молодец. Незабываемый. Раз. Нужное принимается. Настоящая красавица. Настоящая. Раз. Красавица. Какая? Надежная. Надежная. Неуловимая. Пошло, поехало. Настя, не поймаешь. Поймал ведь все-таки. Да, 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 да. Тут бесполезно. Так. Неуловимый. Раз. Нежная. Было нежное слово. Невозмутимое. Настоящая. Настоящая. Раз. Не гордые. Настя, ты гордая или не гордая? Сама гордость. Вовку возбудители, а Настя не возбудительная. Неописуемая. Очень красиво. Раз. Неописуемая. Два. Натуральная конфета. Натуральная была. Невероятная. Непутевая свидетельница говорит, непутевая у нас Настя. Она же тоже Настя. Ну и что, она про говорит-то, не про себя. Непутевая. Раз. Непутевая. Два. Несложная. Несложная. Никакая. Раз. Никакая. Два. Никакая. Три. Победил у нас Андрей. Так, дальше. Следующая буква Л. Володя. Владимир. Л. Любимый. Мы сперва надо знать, потом Володя. У Володи следующая буква Л. Я тоже. Любимый, ласковый. Какие дальше предложения? Восхитительные, говорят, да? Лучше тоже принимается. Да, так, наел, что можно придумать? Любознательный у нас Володя. Любвеобильный. Ловкий, любвеобильный. Раз. Любвеобильный. Два. Лютый. Какой? Лютый. Блин, ну вообще ответ. Лютый. Дай ему шашку, сам не пойдет, да, рубать. А, хочешь выиграть? Три! Победил! Так, слово Анастасии, есть еще одна буковка А, да? Она. А, как было, мы ее пропустим. Держи, красавица. Три буквы там. Не. У Насти будет буковка Н. Неотразимая. Неотразимая. Раз. Нежная. Два. А, нет, было. У кого? Да, было. С, извините, друзья, был. С, сексуальная принимается. Раз. Счастливая. Сравнивая. Стеснительная. Самостоятельная. Сексуальная была. Сексапильная. Какая? Сластена. Раз. Строгая. Строгая. Раз. Солнечная. Какая? Сильная, сильная, стройная, стройная. Раз. Какая? Сочная. Раз. Словшибательная. Принимается словшибательная. Самые-самые. Вот так вот проносится. Самостоятельная. Раз. Самостоятельная. Какая? Соска. Настя, соска. Просто, не знаю. Самостоятельная. Раз. Самостоятельная. Два. Самостоятельная. Три. Молодец. Так, теперь следующая буква у Владимира. Какая там идет? Ну-ка, вспоминаем.
А, было, у нас. У Володи не было буковки А. Владимир. Давайте Володю теперь на буковку А. Андрюха. Нет, не Андрюха. Как можно у Володи на А? А? Актуальный. Актуальный есть такое дело. Аккуратный. Аккуратный есть. Алексей. Алексеевич, это уже отчество. Обворожительный. Обворожительный. Какой-то она... Амбициозный. Амбициозный. Окупительный. Артистичный. Офигенный. Аккредитивный. Ах, какой у нас Володя. Ах, какой. Офигенный. Офигенно, офигенно было. Офигенный. Какой? Аккупенный. Аккупенный. Адекватный. Адекватный раз. Адекватный два. Володя обжор у нас. Обжоры, видишь ли, да? Какой? А, нет, обжор, неправильно сказано. Какой? Актерище. Раз. Что там было? Альтернативный. Аппетитный раз. Аппетитный два. Альфа-самец. Альфа-самец. Да, все, пошли. Так, у нас у Насти остается за С. Какая буковка? И. У Насти, конечно, полное имя надо будет собрать. Т, да? Да, творческое принимается. Таинственное принимается. Талантливо принимается. Точная. Темненькая. Тепленькая. Тепленькая. Раз. Талантливо было. Тепленькая. Два. Трудящаяся. Темпераментная. Трудящаяся. Трудящаяся. Раз. Трудящаяся. Два. Было талантливо. Трудящаяся. Три. Ничего. Да, все. Три. Да, в общем, вывел. Следующая буква у Владимира. Д. Дружный. Добрый. Принимается. Душевный. Душевный принимается. Долговязный тоже. Дорогой. Дорогой. Вот говорит невеста дорогой. Нет, давайте без этого. Давайте, будем дружный и без этого дружный. Какой наш Володя на буковку Д? Дедоспособный. Нормально принимается. Понятно? Домовитый. Домовитый. Кто тут домовитый? Добродетельный. Если ты не. Дерзкий. Его там. Дерзкий Вовка. Дерзкий. Деловой, деловой, деловой. Дежурный по кухне. Не-не-не, деловой раз, деловой два. Доброжелательный! Какой? Доброжелательный! Доброжелательный, Настя говорит, раз. Душевный! Домохозяин! Добрый! Домохозяин, раз, домохозяин, два. Довязый! И домохозяин, три. Давайте закончим. Так что там у нас, Настя? Да, изумительная, раз. Изумительная. Игривая, раз. Интеллигентная, раз. Идеальная, раз. Изумрудная. Изумительная. Изумительный, раз. Что? Изумительная, два. Игривая, вот Кристина, по-моему, да? Кристина. А, грани пункты сигнала. Было, было, было. Так. Истеричный, раз. Интимный, раз. Интимный, два. Интимный, три. Интимный, три. Все, я сейчас увижу. Все, 19 тысяч. Настя не будет.
Так, у Володи там следующий был, когда у Владимира. Тоже, наверное, не, да? Владимир. Какой у нас там Володя? Там только суги. Игривый. Самый-самый такой восхитительный слово, который сейчас думает, прям сразу. Интересный. Изумительный. Интригующий. Искренний. Девчонки, и Володя у нас какой? Мы его не знаем, да? Интеллигентный раз, интеллигентный два, интеллигентный три. Остается буква Я, Анастасия. Его вообще никакой не дует. Ясная принимается раз. Яркая, слышишь, яркая. Ясная. Ясная, раз. Яркунтовая. Яркунтовая, раз. Янтарная. Янтарная. Чье слово янтарное? Ваше, да? Янтарная, два. Янтарная, три. Все, с Настей закончились. Что там у нас у Владимира? И было? Романтично с Володей дальше. Жачный. Романтичный был. Ревнивый. Раз. Проводящий. Раз. Вот это не жилье. Редчайший. Один. Привет, Володя, у нас. Ревнивый был. Румятый. Румятый, раз. Какой? А, рукастый. Рукастый. Хорошо, рукастый. Русский у нас, Володя. Конечно, русский. Да у нас что, рязанский, ё-моё. Романтик, раз. Романтик, два. Рыбак. Как? Рыбак. Рыбак. Ну, почему нет, я охотник. Рыбак, Володя, раз. Рыбак. Раз, рыбак, два. Рыбак, три, я победил. Дочь, опять тебе конфеты. Рыбак. Сегодня попёт, пришёл. Я не понимаю, дочка, гости, братцы, что творится? Посмотрите-ка в эти лица. Каждый выпил и молчит, а вино таки горчит. Неудобно крикнуть только на самом деле. Горько! 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 Горько!
А если бы невеста не приняла бы его руку и сердце, то бы ты сладкий ей был бы сейчас? Горько! Настя, горько! Свадьбы здесь не было бы, если бы сюда бы никто не пришел. Думаете, сладко ли было бы им сейчас без нас? Горько! 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 Ну, ты должен быть нормальным, ты сильнее. Горько покричим нашим молодым. По другим таким названиям, но вы должны будете угадать. Угадайте, получайте звонки звезды. Нет, угадай мелодию будет позже. А мы пока будем просто передачи телевизионные вспоминать. На войне людей. В мире животных молодец, держи. Траги мэн. Нет такой передачи. Траги мэн. Комедия Вумон, молодец, красавица. Манекен и беспредел. Модный приговор. Манекен и беспредел. Как? Модный приговор. Так, рядом, но нет. Мы еще раз, да? Человек закон, молодец. Раннер. Лес кошмаров. Давай поженимся. Нет, ладно. Лес кошмар. Нет, поле, поле чудес, правильно. Кружок домоседов. Дом два. Кружок домоседов. Дом два. Молодец. Путешественника держи. Так, радиоклассики. Телепузики. Держи телепузики. Зарубежная рулетка. Русское лото. Русское лото, молодец, сейчас лицо не конфетом. Кавказские чебуреки. Держи. Утренний вахтанг. Передайте ему, да, правильно. Немедленно заткнитесь или прекратите смотреть. Это мало. Говори, вы показываете. 15? Пусть говорят. Но они от него идут все туда. Кто там? Пусть говорят. Он самый главный передает. Не будем разводиться. 22. Все потому что карты. Маленькая неспешность. Маленькая неспешность. Рядом. Держи. Кто здесь сейчас? Кто никогда? Тропический интервал. Тропический интервал. Смотри, какие там минуты славы, блин, слабое звено. Тропический интервал.
Следующая передача «Ненависть после последнего вздоха». Да, держи. Примирение недальновидных. Держи, ледников в период. Примирение недальновидных. Давай, пожалуйста. Не-не-не. Еще раз, а? Примирение недальновидных. Поздравление по-итальянски. Нет. Ну, конечно, передача «Известная» такая. Да, нет, только что прекрасно эти передачи делают. О, я Андрей Михайлович, ну, наконец-то. Нет, совет вам далекой, а я хочу сказать о тех, кто дал вам плоть и кровь, кто не жалеет сам себя, вставал в кроватке вашей, кто с уговорами, ребятка, кормил вас манной кашей, кто трепет нам ходил на первое свидание, кто вам всю жизнь свою дарил, любовь, тепло, внимание, отец и мать, вот ты вина, два самых высших звания, так нальем полные бокалы, Володя, включай, чарки дружно всех налей, сегодня выпьем мы за славных, за отцов и матерей! Я сейчас буду называть слова, вы должны догадаться,
не передавая буквы, взяли, перестроились и составили слово правильно. Ну что, готовы? Да, начало здесь, окончание вот здесь. У вас начало здесь, окончание здесь. Лирические песни под гитару. Роман! Перестраиваемся. Воздух тихоря, не обязательно. Давай, 1-0, команда невесты побеждает прямо на секунду. Помощник на корабле. Помощник на корабле. Букву не убираем, скорее, не убираем с буквами. Матрос, 2. Вы букву не прячьте, вы их разверните просто. Если нет, вы в сторону отойдите. В сторону отойдите, не мешайте слово, а то получится. Матрос, ну ты, блин, ё-моё, тут вот. Матрос, ну. В сторону отходим и все. Ко мне. Ни у кого неправильно. Так, ладно, давайте, поехали дальше. Одежда для персонала. Форма! Молодцы! Молодцы, команда жениха, шутка свободна. Марка сигарет. Один-один, марка сигарет. Роман, 2-2. Догнали, молодцы. Человек-чудовище. Вы опоздали, тут уже было четко. Человек-чудовище. Монстр 3-2. Команда жениха опережает. Модель человека натуральной величины, который лишен материнской оболочки. Материальной оболочки. Форма была вообще-то. Модель человека, который лишен. Не-не-не-не, ну я думаю, да. Который лишен материальной оболочки. С торсом никак не связан. Кино есть такое кино. Человек! Меняй кожу своей! Ну мы уже слова знаем! Ну так! Давайте слова! Но мы все кино смотрели. Про кого? Так, человек, который плавает, пьемы, жабры. По-другому, какая-нибудь фигня. Фантом. Я первый. Быстрее. Фантом, да-да-да. Опоздали. 3-3. Ровный счет идет. Бывает медицинский и строевой. Медицинский и строевой. Вот гости подсказывают, смотр, ё-моё. Смотр. 4-3. Открывается. Чтоб костюмчик хорошо сидел. Чтоб костюмчик хорошо сидел. Ну вот, костюмчик хорошо сидит. Как по-другому-то? Такая форма. Форма была. Посол. 4-4. Человек ушел в себя. Нет. В себя уходят люди. Транс. Команда жениха все-таки на одну очку всегда опережает команду невесту. Но у нас еще много вопросов. Так, Европейский альянс. НАТО.
5-5. Молодцы. Бывает ранним утром. Молодцы. Давай, давай. Раз, 6-5. Команда Женевка. Ну все, они уже 6-5. Молодцы. Они сами там догадали. А месяц в году. Конечно, когда нам уже сказали, что мы выиграли. Ладно, ладно, 6-5. Хорошо, хорошо. 6-5, все равно команда Женевка. А вы давайте стойте, пока не скажут разойдись. Давайте, окей. А то крутитесь, бегаетесь, не видно ничего даже мне. Бывает грозовой, левый и правый. Берег. Еще раз. Фронт, да, они чуть-чуть опередили. 6-6. Мы поставили, они закричали. И, да, продолжаем. Молодцы, догоняйте, очко в очко, как говорится. Надо фотофиксацию смотреть. И тянут машину. Они вперед вылезли. Да потому что вы там, а пока крикнем, вы вперед, они уже первые. Нет, я смотрю туда-сюда. Да, 7-6, команда Женевка такая, она перебалансируется. Высший, низший. Рост. С продуктами связано. Зерно. Рост. Сорок. Блин, тут как-то очень быстро все произошло. Давайте один балл дадим туда. 7-7. Давайте туда, дадим сюда. Царское кресло. Я не успел. Да ладно! 8-7! А что, это как-то нельзя! А я ей махала! А невесте простительно! А вам засчитали? А невесте можно и простить один раз! Сейчас там! Давай драться! А давай! Теперь часть туловища! Ну, быстрее тоже! Готово! 8-8! Догоняет команда Женевка! Дошли уже на уровне. Выполнение объем работ. Выполнение объем работ. Норма 9-8. Норма слова. А фронт. Что это такое вы тут создали-то? Норма 9-8. Команда Женевка. А у нас фронт! У нас тоже правильно! У нас есть гость в этом зале! Имя его... Рома! Какие сообразительницы, а, Женевка? Рома, 9... Так, 10 уже, да, 10. А что-то мы выиграем, а что куда? Сейчас есть такая функция в телевизорах с выходом, например... Десять, девять. Догоняете. Продолжаем. Радиоактивный. А счет? 10-9. Радиоактивный. Фон. Ничего не вижу там. 11-9. Да вот как там вообще, да. Это музыкальное графическое обозначение звука. Нота. Правильно, нота. Нота. Готово. Стоять, а не вперед. Да вы что, издеваетесь? Есть такая молекула. Молекула. Ну какие самые проворные? Атом. Ну это на секунду прям буквально шустрее. 13, наверное, уже, да? 13-9. Маленький диван. Софа! 14. Что-то там, что-то у вас вообще никакие непроворные, незабудчивые. Давайте уже спать. Ну и давайте, заключительный, хорошо. Современный умный телефон одним словом. Смартфон.
Но наконец-то справились со счетом 14-10. Команда невесты проигрывает. Команда жениха, команда жениха. Далеко не расходимся, получите сейчас призы очень хорошие. Так что команда жениха так побеждена, команда невесты огорченным лицом уходит себе за стол. Наконец-то, Настя, да? Настя. Ну так вот Настя хотела. Невеста наша. Ну что, давайте дружно выпьем. Сладко! Вы счастливы будете, дети золотые, когда вас семьей назовут. Согласен живите, друг другу любите, пусть жизнь будет счастье полна. Вы тебя простите и верность храните. За это все выйдем до дна. Правильно, друзья мои? Поднимаем рюмочки. Приколько нашу молодым. Как родную дочь, с любовью маму жениха звать будем...
Ваша миссия очень важна. Вы для счастья детей наготовьте, чтобы беду отвести всякий раз. С присвоением звания свекрови поздравляем торжественно вас. Кто заступится всегда, не накажет никогда. Ни хлопоты, ни морок. Наш любимый всеми... Свёка! Уважаемый Алексей Алексеевич! Ну что сказать тебе, отец, ребенка высел, молодец, и сам еще в расцвете сил, ты сына своего женил. Теперь немного отдохни, над ними шествие ты возьми. С присвоением звания свекра поздравляю торжественно! Когда нам становится горько, можно вас немножко, вот будьте все, Надежда Сергеевна, Александр Михайлович, Алексей Алексеевич, Наталья Вячеславовна, сюда ко мне. Когда нам становится горько, вино с поцелуями пьем, но есть золотая четверка за праздничным нашим столом. Кто дал жениху и невесте дыхание, счастье, любовь? Давайте поднимем бокалы за тесте, тещу, свекра и свекровь. Рюмки поднимаем за наших замечательных родителей. Почему не налито? За наших папу и мам. А также вин обоим горько. Горько! Горько, Александр, горько! Тихо! Город тихо! Где? Я не знаю. Тихо!
моя новая дочка. Я, ну хватит меня перебивать. Я опять же хочу сказать, что я не многословный. Многие меня таким знают. Счастья вам, любви. А в остальном смотрите сами. Дети. Я всегда сочиняю, если что, я... Ну, вы поняли. Просто я говорю, я не многословный такой, я не могу это... Что ощущаю, я не могу... Ребята мои, поздравляю вас. Желаю вам счастья, здоровья. А по-моему, горько. По-моему, горько. Да, и Наташа сказала. Давай. Самое наилучшее, чтобы вас дети росли, вас уважали. Вы нам внуков привозили, сами к нам приезжали. Чтобы нас уважали, мы вас не обидим. Желаю вам счастья, здоровья и любви. Горько. Дорогая моя дочка, вот уже и ты вышла замуж. У тебя родилась своя семья. В ней появятся свои традиции, свои законы. Сначала вы обучите себя, друг друга, а потом передадите это все своим детям. Я очень хочу, чтобы ты была хорошей хозяйкой, верной подругой, заботливой матерью и надежной опорой для своих детей. Старайся быть мудрой и уступчивой. Это самый выигрышный вариант в семье. Вот увидишь, научившись быть мудрой, ты будешь получать нужный результат во всем. А муж твой пусть будет сильным, любящим и верным супругом. Все родители всегда радуются за своих детей. Дети в свадьбе. Радуемся и мы за вас. Вы уже вошли в новую жизнь, которая полна самых различных моментов. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашей жизни были только светлые моменты. Ну а если наступит темная полоса, просто перешагните через нее как можно скорее, и счастье войдет в ваш дом. Мы всегда будем рады видеть вас и всегда будем на вашей стороне. Мы всегда поддержим вас, чтобы у вас не случилось. И всегда будем ждать вас в гости. А это первый взнос вас ваш семейный бюджет. Мы любим вас так. Горько забыл сказать. Горько! Горько! Горько-горько! Горько наша малышка! Горько! 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 Я хочу сказать лично это от души. Ребят, я вас очень сильно поздравляю. Ну, Вовку я знаю 100 лет, Настя, с тобой я знакома сегодня впервые, ты мне очень понравилась, я вообще никогда не вру. Но сейчас буду читать по открытке, потом скажу вам от души. Целуйте, обнимайте, цените, уважайте, прощайте, помогайте, мечтайте, доверяйте, дарите, удивляйте, делитесь, понимайте. Хвалите, вдохновляйте, заботьтесь, защищайте, балуйте, берегите любовь свою, храните. И очень-очень счастливо с друг другом вы живете. Ребят, это скромный подарок вам. Ну, наверное, через 100 лет. Разверните. Здесь вот сундучок. Ну, лучше я. И скажу вам от души, я очень за вас счастлива, берегите то, что у вас есть. И самое главное, взаимопонимание. Любите, прощайте и понимайте. За вас. Ну, я не пью, давайте. Настенька,
кусами ходишь? Сегодня день нарядов, как крыш, лен, сияние колец. Но тайна счастья кроется не в этом, а в теплоте двух любящих сердец. Пускай вся жизнь нежно сохранится на множество прекрасных долгих лет. Мечта любая вскоре воплотится, с любовью будет каждый миг согрет. Настя, Владимир, я поздравляю вас. Ну, я не знаю, желаю вам всего самого-самого лучшего. Желаю вам вот при любых, я не знаю, каких-то жизненных там трудностей всегда, несмотря ни на что, просрываться, вот я сейчас, может быть, кто-то сейчас скажет, что я не так сказала, попой. Ну, правильно сказать. Да. Потому что, ну, это очень важно. Никогда не убегать от трудностей, решать их вместе. Так, конечно, будет. Не бывает идеальных пар, не бывает идеальной жизни. В первое время обязательно будут какие-то вот эти вот прикидки, какие-то трудности. Но пытайтесь преодолеть их вместе. Не пытайтесь убежать от этого. Решайте все вместе. Я вас очень люблю. Надеюсь, что это первый и последний раз. Вот, я не знаю, если вы будете друг другу доверять, всегда вы
мой папа. Я хочу выпить за вас, за вашу новую семью. Я хочу, чтобы вы сейчас, гости дорогие, подняли бокалы. Неужели не курите? Выпили. Создали новую ячейку семьи. Самое главное, мы желаем вашей семье, чтобы было здоровье. Счастье. Да, счастье. И самое главное, взаимопонимание в семье. Обязательно прощайте друг друга, не обижайтесь. Вот у нас, например, с Юрой, что мы обижаемся, но мы что, мальчик, мы отходчивы. Юр, прощай. Как? Мы не обижаемся. Больше 5 минут мы друг на друга не обижаемся. Поэтому вам тоже желаем, чтобы вы друг друга слушали, понимали, прислушивались. Другим мне что-то говорить. Любви вам, взаимопонимание, счастья и всего самого хорошего. Настя, подари ему счастье, а он тебе сделает все, что хочет. Он такой человек, он для тебя сделает все, что хочет. Что не попросит, он для тебя все сделает. Вовка, это такой человек, а ты у него сделаешь дом и все. Племят, за тебя! Ура! Ну давай! Борька! 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 Дорогие наши, Настенька, Вова, я вас поздравляю. Законным браком желаю вам крепкого, семейного счастья, благополучия, верности, чтобы вы любили друг друга. Живите в процветании и достатке, и пусть медовый месяц будет сладким. Любите друг друга, вступайте друг к другу. Это самое главное. Не обижайте друг друга, прощайте. Всего вам, всего хорошего. Если что, чем можем, поможем. Всегда обращайтесь, звоните, не вопрос. Совет и любовь. Всего лишь на 100 рублей. У кого есть такая денежка? Начинаются торги со 100 рублей всего лишь. Ну, там не бойтесь. 100 рублей. 100 рублей вот предлагает. Да, покажите, пожалуйста. 150. Не-не-не. Никаких 150. Мы не торгуемся. 100 рублей есть, да? Следующая цена 50 рублей. У кого есть 50-рублевая купюра? Покажите 50-рублевую купюру. 50 рублей куберу, отдай мне. Доставайте кошелечки свои, 50 рублей. 10 рублей бумажными следующая цена у кого? 10 рублей бумажными у кого? Показывайте 10 рублей бумажками. У кого есть 10 рублей? Продастся бутылка. Ищем выше в кошелечках своих 10 рублей бумажными. А ничего, что 10 рублей не
Так, так, ищем, ищем 10-рублевую купюру. Девчонки, доставайте кошелечки. Мужики в карманах. Так, есть упалка, отлично. 5 рублей с железками, следующий сман. 5 рублей с железками. Настя, ищи. Покажите 5 рублей с железками. Правильно, отец, Володя, молодец. 2 рубля с железками. 2 рубля покажите. 2 рубля. 2 рубля, хорошо. Рубль. У кого рубль есть? Есть, 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 есть. 50 копеек. 10 копеек. 10 копеек у кого? У кого есть 10 копеек? Нет, будем искать. Копаемся, копаемся в своих кошелечках. Бутылку шампанского всего лишь за 10 копеек. 10 копеек, отлично показали. 5 копеек, следующая цена. 5 копеек, следующая цена. 5 копеек, следующая цена. Реально отдам. Отдам поцелуем от невесты с подписью. Да, я 5 копеек. Меня это не волнует. 5 копеек стала бутылка стоить. Поцелуем от невесты. Сосом мы начали. К 5 пришли. Вы пропустили весь аукцион. 5 копеек ищем. 10 рублей уже было. Было даже 10 копеек здесь. 5 копеек ищем. Это уже было 10 рублей бумажными. 5 копеек, 50 копеек, было уже 10 копеек даже нам показывали. 5 копеек, нет. Мы начали продавать его за 100 рублей, сошлись на 5 копеек. В машине копейка. У кого? Неси, показывай. У кого в машине копейка? Мы бегали, показали и забрали эту бутылку всего лишь за копейку. Если есть, отдам за копейку. За ту счастливую копейку, которую мы передадим нашим молодым. Если найдет копейку, продам. Вала, сделай какой-нибудь фото сюда в зал, пока ищут копеечку. Так, не надо, не надо, не надо. Давайте на том остановить, поздравлять. Так, 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 вот на вас, девушка, проснулась. Вы хотели поздравить наших молодых. Все опасно, да? Ни у кого ведь не было в жизни. Никто не слышал. Только на этой свадьбе можно. Мы рады. Поздравить вас на вашем празднике. И хотим поздравить вас с таким для вас первый ваш совместный день, который вы будете отмечать и помнить всю свою жизнь. Сказать хочу вот что. Володя, Настя, семья – это тяжелый путь. Есть слова Библии, да убоится жена мужа своего. На самом деле, Настя, в этом нет ничего страшного. Не надо его бояться. Его надо уважать. Любить. Любовь прежде всего. А муж должен любить жену свою, как плоть свою. Это говорит о том, что ты должен любить ее всегда. Везде, и что бы ни было, всегда. Именно вот это и есть, наверное, вершина уважения мужа и любви жены. Счастья вам, ребята. Пусть это будет с вами всю вашу жизнь. Ну что? Варь, ты что? Я еще не пробовала. А может, да, сладко? Надо попробовать. Ну, да, а горько или сладко? Ну, горько, как горько. Варь, варь. От нашей семьи вот вам небольшой вклад.
невеста, теперь у вас много статусов, муж и жена. Значит, будет продолжение. Продолжение вас, дети. Мы желаем вам, этот мальчик и девушку там уже. Вот. Это продолжение вас. Любите, уважайте друг друга. Вступайте, прощайте обязательно. Уважайте друг друга. Уже все сказали, у вас уже проверили нервы, надо поговорить с маленькой. Да, она тоже поздравляет, она еще так может. Поваляла, теперь и по конфетекому. Поэтому желаю вам счастья, здоровья. Ну давай. Уважайте друг друга, любите, цените. Всего самого хорошего. Так, друзья мои, пришел тот молодой человек, который грозился, что у него в машине есть копеечная монетка, хотел выиграть у нас тут шампанское с поцелуем невесты с подписью. Так как он копеечку не нашел, у него есть 5 копеек. Я думаю, это достойная заслуга. Я так предлагаю, прибежал в пятерочку, дайте мне 5 копеек, я вам рубль заплачу. Было такое дело? Ходи, выбил пятерочку, там быстренько раз поменять тебе на рубль. Какие пятерочки? Вручаю тебе, выиграл аукцион, пожалуйста. Спотчись от невесты, тут шампанское. 5-копеечная монета передается нашим молодым. На счастье от наших друзей, от ваших друзей. Друзья же, правильно? Или родственники? Брат даже. Родственники. От наших родственников. Копейка, рубль бережет. Ну вот копеечки не нашли, видишь, ну, пришлось остановиться. 5 рублей бережет. Это все тут побольше. Все, можно передавать? Держи, да. Поздравляю вас. Юра, снимай на конверт. Все будет, конверты будут. Здоровья, любви, благополучия, терпения. А у детей, как у нас. Дал крадется. Дал крадется. Шесть. Так, следующие поздравления принимаем наши молодые от дедушки, наверное, да, дедушка? Так, Владимир и Настя, мы со своей стороны, Валентина, дед Сергей, поздравляем вас с вашим законным браком. Сегодня вы дождались. Долго ждали с апреля, мучились, все эти коронавирусы вам немножко подгадили, а так вот бы уже начали бы совершенно другую жизнь еще раньше. Ну ладно, это не поздно, начать совместную жизнь. Мы вас поздравляем, желаем вам счастья, самое главное, семейной как бы ячейки вам дружной, чтобы все у вас было. Не торопитесь. Все делайте осознанно. Квартира, машина, дети, все у вас будет, только не торопитесь. Главное, любите, уважайте друг друга, чтобы, да, будьте помудрее. Уважайте и тех родителей, и этих родителей, ну и родню не забывайте. Мало ли, когда что-то где-то пригодится вам, обратиться. Чем можем, поможем. Так что тут некоторые, как вы сказали, через месяц у них будет скоро праздник 35, а у нас тоже через месяц будет 45. Поэтому мы живем, наслаждаемся, помогаем детям, ругаемся. Тут говорят, не ругайтесь. Ругаться тоже можно. В споре рождается истина. Так что не надо бояться где-то поругаться, где-то поспорить, где-то кому-то что-то доказать, ну, а потом прийти к единому мнению и продолжать жить совместно, счастливо, радостно. Ну и чтобы стыдно вам всегда было. Ну, от нашей семьи. Мы немножко вот тоже вам даем на начало, на развитие. Тут есть немножко, что-то попытаюсь прочитать. Так, новобрачные, поздравления от всей души, призыв, счастья вам, добра, веселья и любви на много лет. Удачи вам, ребята. Все. Аплодисменты достойным. Горько, горько, горько.
Нет, больше нет, сегодня ночью, но больше.